Всем привет! Вы на канале Device. Сегодня у нас на разборе топ из 7 лучших игровых видеокарт. Каждая находится в своем ценовом диапазоне, от бюджетных моделей к дорогим. Так что вне зависимости от имеющегося капитала вам удастся подобрать подходящий вариант. Также я учел предложения от нескольких вендоров и производителей, чтобы подборка была объективной. Ну а перед началом попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик уведомлений, если вы не сделали этого ранее. Поехали! Начнем с довольно бюджетной, но при этом актуальной и производительной видеокарты от Nvidia. Но сперва хочу сказать, что даже сейчас 16-я линейка как никогда идеально подходит под бюджетные и среднебюджетные сборки. На самом деле эти карты востребованы не только из-за своей цены, но и в силу спецификаций. Модели из этой линейки вышли немного позже, чем 20-е поколение, у которого была поддержка трассировки лучей. В этой же модели данная технология отсутствует, что, во-первых, не будет требовать лишних ресурсов, а во-вторых, позволит добиться большего количества кадров при стандартной для потребителя отрисовке. Другими словами, вам не придется ни за что переплачивать, чего не скажешь о линейке RTX, весь потенциал которой используют далеко не все, кто купил данную карту. Что же касается характеристик, мы имеем тут графический процессор на частоте 1740 МГц, 4 ГБ видеопамяти типа GDDR6, частота которой 12 000 МГц и 128-битную шину. Разъемов не так много, но их хватит на 3 одновременно подключенных монитора. Разъем DisplayPort только один. Из плюсов могу отметить невысокий TDP в 100 Вт, так что видеокарта без проблем подойдет в энергоэффективные сборки с блоком питания в 400 Вт. В играх карта, что неудивительно, показывает себя более чем достойно. В ARK Survival Evolved при высоком пресете настроек средний FPS будет в районе 54 кадров. В Rust же на максимальных более 70, а вот в Rainbow Six Siege производительность зашкаливает 164 кадра. Для более производительных сборок, рассчитанных на гарантированные 60 FPS в большинстве современных игр на высоких и максимальных настройках, есть карточка из той же линейки GeForce GTX 1660. И она также не поддерживает трассировку лучей, что позволяет ей оставаться на допустимом ценовом уровне даже в не самые экономически удобные состояния рынка. Существует пара вариантов с примерно теми же характеристиками. Мы рассмотрим Gaming OC, потому что она включает в себя массивный корпус из 3 вентиляторов. А это напрямую влияет на конечное охлаждение и пиковые температуры под нагрузкой. Поэтому лучше переплатить 1 или 2 тысячи, но гарантированно продлить срок службы. Характеристики оптимальны. Графический процессор в стоке достигает частоту в 1860 МГц. Видеопамяти на 2 ГБ больше, это также GDDR6, но с частотой повыше 14 000 МГц. Важнее тут разрядность шины в 192 бита, что четко дает понять разницу, исходя только из характеристик. Что касается портов, тут мы имеем один HDMI и 3 DisplayPort, что позволяет подключить сразу 4 монитора. TDP не намного выше, всего 120 Вт, так что эта карта все еще подходит в энергоэффективные сборки. Учитывая характеристики, я взял за основу тесты в играх на максимально возможных настройках и в Full HD разрешении. Для Resident Evil 2 средний FPS составит 96. В Tom Clancy's Rainbow Six Siege ситуация получше, 129 FPS, что где-то на 10 кадров больше, чем в случае стандартной версии. Неплохой уровень геймплея следует ожидать и в игре Battlefield 5. Средний фреймтайм составил 86 FPS. Это всего на пару кадров хуже, чем в 1660 Ti. Ну и чтобы подытожить, взглянем на Kingdom Come Deliverance, где средняя частота кадров достигает 71 FPS. Так что карта действительно добротная. Без конкуренции нет развития, но это не касается рынка видеокарт, так как AMD уже не первый год пытается усидеть сразу на двух стульях в попытках превзойти как Intel, так и Nvidia. Конечно, у каждого пользователя свое мнение на этот счет, но не стоит отрицать, что у AMD были и есть очень даже неплохие, а что важнее, выгодные видеокарты. Хороший тому пример — карта Radeon RX 5600 XT от вендора Gigabyte, который обеспечил всю аппаратную начинку качественным корпусом из 3 эффективных вентиляторов. По характеристикам это что-то между GTX 1650 и 1660. Частота видеопроцессора 1560 МГц, 6 ГБ GDDR6
6 памяти на частоте 12 000 МГц и 192-битная шина. Технологии трассировки лучей, разумеется, также нет, однако TDP выше, 150 Вт. Впрочем, это все еще позволяет оставаться на блоках питания с мощностью в 450-500 Вт. Игровая производительность привлекающая. В игре Rust средний FPS на максимальных настройках составит 85 кадров. Для Escape from Tarkov этот показатель немного выше, 87 кадров. В PUBG также не предвидится особых проблем, более 140 кадров. А вот в ARK Survival Evolved средний показатель фреймтайма может быть ниже 70 FPS. Особенно это касается графически загруженных локаций. В общем, карта определенно стоит того, чтобы ее купили взамен предложений от Nvidia. Того же мнения и покупатели, которые отмечают, что за продолжительное время эксплуатации не обнаружили существенных проблем. Выпустив 20-ю линейку, Nvidia удивила сообщество своими видеокартами GeForce RTX Super, которые, по всей видимости, были разработаны, чтобы вытеснить видеокарты серии Radeon RX 5700. Впрочем, на этом конкуренция только ужесточилась, и до конца нельзя сказать, у кого карты производительнее и выгоднее даже на данный момент. Что касается данного экземпляра, мы имеем дело с вендором MSI, который знаменит своими геймерскими комплектующими, поэтому не стоит удивляться внешнему виду с RGB-подсветкой. Я бы сказал, что тут такая фича не совсем к месту, но уверен, что и среди вас, зрителей, найдутся те, кому это покажется привлекательным. Тем более, что у видеокарты имеется определенная фан-база из довольных пользователей. По характеристикам, тут видеопроцессор на частоте 1695 МГц, 8 ГБ GDDR6 памяти с частотой 14 000 МГц и 256-битная шина. В общем, цифры впечатляющие, пусть это и самая младшая модель из линейки. По сути своей, эта карта уже способна работать с мониторами, разрешение которых выше, чем Full HD. Хорошим вариантом будет QHD, так что именно в таком разрешении мы и рассмотрим игровые тесты. Ну и разумеется, пресет настроек максимально доступный, так в A Plague Tale Innocence средний FPS будет находиться в районе 54 кадров, в Assassin's Creed Odyssey 57 кадров, ну а в Assassin's Creed Origins 70 кадров. Что же касается хорошо оптимизированных проектов, таких как Battlefield 1, там частота кадров может быть выше и 100 FPS. Впрочем, это больше зависит от происходящего на экране. Удивила производительность в Kingdom Come Deliverance, где счетчику фреймтайма не хватает нескольких кадров до стабильных 70 FPS, хотя это решается более тонкой настройкой графики. В общем, эта карта эффективная, но вот при включении трассировки лучей все не так хорошо, как хотелось бы, так что производительность может упасть от 18 до 25 и более процентов. Вот в случае карт модели GeForce RTX 2070 трассировка лучей уже не выглядит как неоправданный груз, который далеко не всегда можно применить без серьезного ущерба производительности. Вендором также служит компания MSI. Можно даже сказать, что это некий аналог Sapphire, но только для Nvidia. Корпус практически идентичен прошлой модели. Это два массивных и эффективных вентилятора в комбинации с качественным радиатором. Насколько такая конструкция уступает или опережает по эффективности три вентилятора, сказать сложно. Но если судить по отзывам, проблемы с температурами тут отсутствуют как таковые. Спецификации неплохие, частота видеопроцессора достигает 1800 МГц в стоке, а шина имеет 256-битную разрядность. С памятью все стандартно, 8 ГБ GDDR6 на частоте 14 000 МГц. С разъемами тоже ничего необычного, в общем счете можно подключить не более 4 мониторов одновременно, из них 3 DisplayPort и 1 HDMI. И ожидаемо, что в игровом плане у этой карты также нет никаких проблем, все же карта предтоповая и не самой слабой комплектации. Еще и учитывая, что вендор позаботился, чтобы весь имеющийся потенциал можно было использовать по максимуму. Если говорить детальнее, то в следующих играх на максимальных настройках и в 2К будут следующие результаты. Metro Exodus 62 FPS, Assassin's Creed Odyssey 59 FPS, Far Cry New Dawn 99 FPS. Да даже в Shadow of the Tomb Raider свыше 80 FPS, и это все на достаточно серьезном разрешении. В случае же Full HD можно без проблем подключать трассировку лучей и оставаться на суперкомфортной производительности, так что карта действительно достойна даже сейчас.
И фактически прямым конкурентом прошлой модели является Radeon RX 5700 XT, хотя с этим не все готовы согласиться. Тем не менее, их постоянно сравнивали на старте продаж, в том числе и в игровых тестах. Вендор является, пожалуй, лучшим из возможных для видеокарты AMD — Sapphire. Это, в принципе, нетрудно понять даже и по фирменному внешнему виду корпуса, который сочетает в себе сдержанность и строгость. Конструкция состоит из трех вентиляторов и занимает аж три слота, так что карточка не из маленьких. Характеристики соответствуют внушительному дизайну. Видеопроцессор на частоте 1770 МГц, 8 ГБ быстрой GDDR6 памяти с 256-битной шиной. Разъемов для подключения мониторов 4, в их число входят 2 HDMI и 2 DisplayPort, что может быть удобным. Что же касается игр, в Metro Exodus средний FPS составляет 54, в Rage 2 72 FPS, а в Resident Evil 2 более 105 кадров в секунду. Выполнимой задачей для данной видеокарты также оказалась игра Total War Three Kingdoms, где средний FPS без труда переваливает за стандартную отметку в 60 FPS. В общем, производительность тут пусть и немного ниже, но все еще подходит для 2К не хуже, чем конкуренты от Nvidia. Единственным минусом я бы назвал завышенный TDP, из-за чего к вашему блоку питания возрастают требования. И последняя видеокарта от зеленых. Модель явно знакома всем, кто интересуется миром комплектующих ПК, так что в представлении не нуждается. Скажу лишь, что по характеристикам мы имеем частоту графического процессора в 1350 МГц, 12 ГБ видеопамяти на частоте 14 000 МГц с 352-битной шиной и полноценную поддержку трассировки лучей. Также из разъемов, если не считать стандартные 4 порта, имеется USB Type-C, что не всегда можно встретить. По умолчанию эта видеокарта способна справиться не только с 2К геймингом, но и 4К, так что не стоит удивляться столь высокому TDP. Но мы все равно рассмотрим показатели тестов с 2К разрешения, чтобы сравнение было более объективным. Так, в Assassin's Creed Odyssey средний FPS 80 кадров, в Battlefield 5 126, а в Call of Duty Black Ops 4 167. Конечно, это все в стоке и в самых максимальных настройках, без какого-либо упора в процессор, как в случае и прошлых видеокарт. Производительность удивительная, но не самая выдающаяся. В уже существующих картах 30-го поколения прирост у топовых экземпляров потребительского рынка огромен. Но поскольку на российском рынке еще имеются некоторые затруднения в плане приобретения этих видеокарт, я решил их не включать в этот топ. Более того, как минимум еще пару недель стоит ожидать проблем с их программной частью, что абсолютно нормально. Вы же можете на свой страх и риск приобрести интересующую вас модель, но будьте готовы к определенным проблемам. А на этом топ из 7 лучших видеокарт для игр, а также их сравнения окончены. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал и оставьте комментарий со своим мнением. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч!